Добрый день! Сегодня вашему вниманию хочу представить кабельную топку Кавмед V16. Данная топка представлена в двух моделях – 14,7 кВт и 18 кВт. Это модель 18-кВт. Эта топка может обогревать помещение до 180 м2. Она очень мощная и тяжелая. Вес топки 200 кг. Изготовлена она из регулярного чугуна, который отличается своей прочностью и теплопроводностью. Данная топка оснащена всеми необходимыми опциями для комфортной работы. Как я уже говорила, топка достаточно мощная, и ее преимуществом является наличие большого стекла. Размер стекла 859×441. Оно позволит вам в полной степени насладиться пламенем в топке. Откроем дверцу. Вы можете обратить внимание, что дверца укреплена шнуром, и шнур также проложен под стеклом. В топке предусмотрен зонный ящик, конечно же. И в зонном ящике предусмотрена регулировка подачи воздуха из помещения. Воздух через эти отверстия попадает в зонный ящик под колосниковую решетку. И потом камера сгорания, что улучшает рожек пламени. Также напоминаю, что здесь регулировка шифера. Здесь предусмотрена регулировка подачи воздуха на стекло, что позволяет стекло оставаться чистым и не загрязняться при работе топки. А внизу у нас предусмотрена регулировка подачи воздуха извне. На задней стенке топки предусмотрено отверстие, через которое воздух извне попадает во вторичное сгорание. Он там частично нагревается и через форсунки на задней стенке попадает в камеру, что улучшает рожек пламени. Закрываем дверцу. Можете обратить внимание, что на дверце на стекле присутствует какая-то приятная печать по периметру. И она декорирована хромированными полосами. Я уверена, что эта топка не только будет радовать своим внешним видом, она будет являться отличным предметом вашего интерьера, а также будет отдавать вам все свое тепло. И вы не пожалеете о приобретении. Вам стоит обратить на это внимание.